Всем привет, ребят. Люблю пиво. Я, конечно, не люблю пиво. Люблю молоко. Сок банановый. Такой вот ник моего подписчика Николая. Сегодня у нас, как обычно, роллинг на коллекционера. Офигенного коллекционера, как по мне, потому что тут не топовые плюшки, тут топово падает сегодня. Такая еще и страта у нас. В общем, все по высшему классу. Так, аккаунт условно донатный, нету еще Минотавра, находится он в гильдии Аурум, босс 3, 19.30, атака фортов с 12 до часу и прохождение битвы гильдии обязательно. Кидайте заявочки, вступайте, потому что первые четвертые места. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали посмотрим, что на аккаунте есть. А есть уже немало, я вам скажу. На кроссовольта не хватает. Ну, опять же, командора, ПБшка ледяной. Мохнатка, рогатка, буги. Ну, последние, все последние герои, это, конечно, жестко. Поехали посмотрим на алтарь. Так, неплохо, неплохо, отлично. Ремка, конечно, не тот вариант. Череп, отлично, отлично. Ну, супер. При таком донате герои неплохо прокачаны, я вам скажу. То есть талантики неплохие, конечно, есть что менять. Да, дальше пошел полный трэш. Ну, видимо, скорее всего, аккаунт недавно создан, и большая часть уходит доната на пиво. Так, окей, поехали. Let's go. Циклоп. Шаман и Сноу. После Сноу у нас всегда падает какая-то имба. Это череп. И вот она. Седнушка, которая нам, в принципе, походу не нужна. Но, в принципе, неплохо. Если не ошибаюсь, седна у него есть. Да. Ну, поехали дальше испытывать удачу. Не сейчас, так следующий. Так, ждем следующую имбу. Паладин, Асура. Это, конечно, весело, арташка. Ну, рандомчик, давай. Ладракула. Гаргул. Арташка, паладин, Бугроман. Ну, блин. Ладно, до 40к, Леди Лео. Слизни, конечно, падают хорошо. Ведьма. Но мы не за ними тут. И малышник. Ну, такое себе. Конечно, сложно, как видите, выбить недостающего. Хотя по-разному бывает падает. Я просто чумовые аккаунты есть. Там за 30, за 40к падают топовые герои. Ну, все очень рандомно. Поэтому смотрим, что будет дальше. Так, ну тут мы вроде как затащили. Let's go. Так, ну что там у нас будет, имба? Ниндзя Дрейка, Сура опять. Да что такое? Ворожай, посмотрите, что делается после райда. Просто эпик. Герои падают. Ну, блин, они здесь есть. Это жесть. Видите, надо чаще в райды ходить. И все, и на этом мега удача наша закончилась. И 150 палач. Да, походу я знаю, что он пиво пьет. Ему тоже, кстати, точно так же, как он говорит, не падает. Ну, не знаю, это то ли такое везение, то ли действительно невезучий, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, let's go. Ну, рандомчик, нам нужен имба-герой. Один из последних. Ну, Атлант это, конечно, имба, но не настолько. Друид. Есть. Е-байби. Ну, вот эта бабулька, та, которая
которая очень много решит. Че, поздравляю, один недостающий уже есть. Давай еще 450 и 450, и можно идти за пивом в рейд. Поехали. Ну, Махатма уже радует. Вот тут бы был бы Ледо Феникс. Вот так вот просто в дырочку всех выбросил и все. А так. Не получилось. У нас пролезть через дырочку. Сейчас по-любому выбьем имбу. Я же говорил. Сразу крот падает. Имба герой на архидемона. Так, душек. Ну что, у нас одной Махатмой закончится дело. Жесть. Драйки. Ну, как видите, на каждом аккаунте падает по-разному смерть. Ладно. Пробуем удачу. Жесть просто какая-то. Тут что хочешь делай. Поехали сливать всех одним хроном. 100% сейчас хрон затащит. Вот увидите. Вангу еще, он сейчас просто их всех ушатает. Вот вы мне не верите, сейчас увидите. Просто, это просто имба герой. Я вам говорил, что хрона просто тащат. Посмотрите, что он сделал с этими героями. Ну почти. Ну блин, нам чуть-чуть магии не хватило. А, там Фрея была. Ну, конечно. Короче, это все из-за Фреи. Поехали. Ну, рандомчик. Удиви. Ладно, по 150. Шаман, оборотень, душегуб. 450, купидон. Друид. Просто имба-герой. И еще одна мохнатка, блин. Ну, я понимаю, что нам надо, ну не надо нам повторка, одна уже есть, зачем вторая, блин. Я так старался слить всех, и не получилось, видите, ребят. Обидно, 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 это все хрон виноват, он не затащил. Ладно, поехали, покажу вам имба героя Бугимена, выговори Бугимена, Бигфута. Смотрите, что он делает, смотрите, как он всех просто шатает. Просто имбище. Просто 6 героев сливает, сот. Смотрите, даже там череп что-то пытается нам сделать. Ну, кстати, череп может нам что-то сделать. Все, Анубис, до свидания. Ну давай, Бигфут. Посмотрите на него, он просто красавчик. Просто тащер. Я просто затащил его в рейде с магией. Одним героем. Так. Окей, поехали. 4000, ребят, 4000 самоцветов, и надо нам что-то выбить. Конечно, две махатмы хорошо. Ну, Ронин. Ну, Ронин, конечно, это весело, но... Королева Гарпий в конце. Ну, что ты сделаешь? Я так надеялся, будет... Это Феникс. Так, ну что, слизни их собрали, поздравляю, поехали, сейчас попробуем. Ну тут нам, конечно, с этих карт не упадут. К сожалению, топовые герои, которые ему нужны, но Афинка и Рибет, вот так вот. Герои, конечно, неплохие упали, но мохнатка есть. Хоть один недостающий у тебя уже есть, это тоже радует. При таких героях, конечно, сложновато выбивать недостающих. Так, что там у нас за мохнатка, смотрим. Жалко, конечно, дофига самов слили. Коробок нет. Жизнь, боль. Так. Так, и вот так вот. Забираем плюшечки. Ну что, поздравляю. Герой действительно обалденный, надеюсь, он тебе поможет. Даже повторочку выбили, 20 кгшек сэкономили, но это рандомчик. И то хорошо, потому что многим бывает не падает вообще нифига, как мне, например. А так, в принципе, отличный роллинг. Всем поздравляю. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики.
Всем удачи, ребят, всем пока.